Приветствую, друзья. Я так тронут вашими поздравлениями с днем рождения, поэтому я решил сделать для вас всех ролик, как помолодеть путем обнулений. Но сейчас я не буду говорить прямо технику, потому что я ее покажу в следующем ролике. Но скажу принципы, это очень важно. Это прелюдия. Дело в том, что обнуление – это состояние, когда вы, например, из задействованности, ну, к примеру, стресс какой-то, вы в какой-то доминанте ничего не слышите, ничего не видите, только об этом думаете, да, или это может быть влюбленность, или может быть утрата какая-то, или страх, да. Ну, поэтому, когда бывают такие задействованности, у нас энергия тратится вот именно на решение той задачи, которая перед нами висит. Висящая задача над головой. Вся энергия туда уходит, как ее решить. А как получить свободный поток ассоциаций для того, чтобы решить проблему, которую вы хотите? Ну, например, я не буду говорить еще раз, как помолодеть, потому что об этом я буду говорить о технике в следующем ролике. А буду просто говорить о том, когда вы научаетесь выходить из состояния безмятежности и задаетесь каким-то вопросом, он мгновенно обрастает свободным роем ассоциаций из памяти вашей, подсознательной. Но это там такая база данных, просто бесконечность. Это вся эволюция наша, предшествующих поколений. У нас лежит в нашем мозге, потому что наш мозг это такая сжатая во времени и в пространстве модель Вселенной, да. И вот представляете себе, я узнал, как это делается, поэтому сам молодею. А это вот у меня у своей бородка, это я не брился, потому что меня там попросили некоторое время не бриться, но в кино буду снимать. А я на самом деле, когда еще и побреюсь, ну вы посмотрите мои ролики там в YouTube-канале, предшествующие тому, как я стал зарастать немножко. Да, и подпишитесь на Telegram. Но я сейчас это все говорю не для того, чтобы вы подписывались, это дело ваше добровольное. Я просто говорю о том, что и на YouTube-канале, и в Телеграме будет уникально новое. Так что, друзья, наберемся терпения, всего несколько дней, и я расскажу, как обнуляться, чтобы помолодеть. Я одновременно скажу, как получать и где получать этот рой свободных ассоциаций. Вы обратите внимание, такого никто никогда не говорил. Где и как получать энергию для омоложения, и где и как получать рой свободных ассоциаций для решения волнующей проблемы. Они взаимосвязаны, эти два момента. Поэтому главное научиться обнуляться, и это вам буду рассказывать и показывать. Хотя у меня на канале YouTube это много раз я говорил разными словами. Но вам трудно, наверное, искать там в YouTube это. Кто хочет, может посмотреть, как помолодеть, там разные ролики. Итак, друзья, наберемся терпения 2-3 дня, и выйдет новый ролик уникальный, конечно, интересный и полезный, как помолодеть путем обнулений. До встречи, друзья!